Нельзя работать без постоянного притока новых сил, без притока молодежи. С этих слов сегодня в Якутске открылись 20-е юбилейные лаврентьевские чтения. Они проходят ежегодно с 1997 года в честь выдающегося ученого и основателя Сибирского отделения Академии наук СССР Михаила Лаврентьева. Мероприятие объединяет школьников, студентов, молодых ученых и специалистов из Якутии и других регионов России. В этом году вместе с лаврентьевскими чтениями проводится Всероссийская студенческая олимпиада. В ней участвуют представители Томска, Иркутска и Москвы. Я думаю, что представительство участников на этой олимпиаде достаточно высокое. И ведь научное изыскание же – это, во-первых, знание же. Поэтому тут, во-первых, студенты соревнуются не оригинальностью мышления, а в своих знаниях, которые они получили в своих университетах, федеральных университетах, научно-исследовательских институтах. Так что я думаю, перспективы проведения этой олимпиады достаточно высокие.